Третью субботу сентября мытищи по традиции празднуют свой день рождения. 2 года в формате округа, 92 с момента образования в город и как минимум 5 столетий с тех пор, как пошла слава о земле мытищинской. Сегодня мы 4-й в Подмосковье по численности, 1-й в регионе по созданию благоприятного предпринимательского климата. У нас более 50 крупных предприятий, 1000 мелких и средних. Ежегодно объем инвестиций свыше 32 миллиардов рублей и 2500 новых рабочих мест. А еще у нас лучшие школы и поликлиники. И, конечно же, люди, которые здесь живут и творят на благо любимого города. Об этом глава округа рассказал в своем выступлении, кратко подведя основные успехи еще одного года в мытищах. Каждым годом наш городской округ развивается, становится благоустроеннее, становится комфортнее для наших жителей. К нам много приезжают жить уже из других регионов, выбирают именно мытищи. И когда мы встречаемся, беседуем, говорят, а нам вот здесь нравится. Мы выбираем мытищи из всего Подмосковья, чтобы здесь, в этом городе, создавать семью, дальше жить. Спасибо всем и всем. Сегодня хочу сказать еще раз хорошего праздничного настроения. И приглашаю в предстоящие выходные дни принять участие в нашем праздничном мероприятии. С праздником нас! На торжественном собрании по традиции вручают звание почетных граждан. В этом году звание почетный гражданин городского округа Мытищи удостоены 3 жителей нашего муниципалитета. Почетный гражданин городского округа Мытищи присвоено Стукаловой Елене Алексеевне, заместителю главы администрации городского округа Мытищи. Звание почетный гражданин городского округа удостоены депутаты Совета депутатов Михаил Мурзаков, генеральный директор ООО ЧОП «Щит-М» и главный врач 2-й городской поликлиники, заслуженный врач России Любовь Кикоть. Практически вся моя трудовая, да, деятельность прошла в Мытищинском районе, а теперь в городском округе Мытищи, поэтому это как бы оценка высокая моей работы за столько лет. И поэтому, конечно, она очень дорога, наравне со всеми моими заслугами, наградами. Мне это очень почетно, и мне это очень приятно и волнительно. С праздником жителей поздравил 1-й заместитель председателя Московской областной думы Никита Чаплин, который вручил благодарственные письма и почетные грамоты губернатора и Мособлдумы лучшим работникам образования, культуры, здравоохранения, административного аппарата, а также коллективам предприятий, детских садов, школ и учреждений дополнительного образования. Я хотел бы пожелать самое главное, чтобы у нас все было хорошо в наших семьях. Потому что кроме того, что мы работаем на благо страны, Подмосковья, нашего красивого города, мы еще и, конечно, трудимся во благо своих семей, во благо своих родителей, жен, ну, кто-то и во благо мужей, и, конечно же, детей, даже внуков. Поэтому я вам желаю от всего сердца, чтобы у вас в семье все было хорошо. С праздником! После официальной части начался праздничный концерт, но основные гуляния в Мытищах состоятся в субботу. Юлия Федориненко, Константин Бондаренко. Информационная программа «День».